Я большой матерщинник и очень люблю матерные слова. Нет, одного слова нет и боюсь произносить. Слово иностранное «компромисс» терпеть не могу. Океан жизни, бушующий вокруг и прызгающий горячей пеной мне прямо в морду. Некоторая неотесанность все-таки современников, пока до них дойдет, ну, вы знаете, нет пророка в своем отечестве. Было несколько удачных таких вот проектов моих, которые действительно имели успех большой. И партия, которую я когда-то создал, она фактически была оформлена в 1994 году, но зародилась еще раньше. Вот она имела успех, это была молодежная партия. Но это было другое поколение, не то, что... Сегодня это было в основном, покоилось на вот этой альтернативном движении, как сейчас говорят, панк-движении. И недаром одним из отцов-основателей был Егор Летов, мой близкий приятель, ныне покойный. Но уже панков нет. Россия никогда не могла жить посредством эволюционного развития, поэтому это единственный способ двигаться вперед, метаморфоза для России. И нужно наступить на мозоль целому поколению, то есть достать его до такой степени, что люди будут в этом яростно участвовать. Сейчас политика обострилась, уже она приближается уже к той самой политике, которая у нас была когда-то в Российской империи оппозиционной, то есть политика тайных обществ, там, революционеров, там, какого-нибудь Сергея Нечаева, который сгнил в тюрьме. Ну, это же невозможно, что можно говорить. Я никогда не говорил о безнадежных делах. Нет, она представляет, и, по-моему, намеренно, и с разрешения власти, и с ее согласия, она представляет такую такую либеральную среду, у которой даже среди либералов нет поддержки большой. Это как бы, ну, хулиганье либеральное. Ну, как это, Крым украинский, она, например, говорит. Ну, ни один трезвый мужик, ни одна трезвая женщина на территории России с этим не согласятся. Дырбл Щил, это мое любимое крючок, когда-то произнесся. Это болезнь, лихорадка. Это попытка повлиять на природу вещей, условно.